В страшной аварии погиб водитель грузовика. Столкновение больших грузов КАМАЗ и Мерседес произошло накануне на 754-м километре трассы М7 в Зеленодольском районе. По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Многотонники столкнулись лоб в лоб, в результате чего 50-летний шофер КАМАЗа от полученных травм скончался на месте. Водителя второй фуры спасатели вызволили при помощи специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Его и еще одного участника пострадавшего в аварии мужчину с серьезными травмами доставили в больницу. За их жизнь сейчас борются медики, обстоятельства происшествия уточняются.